Здравствуйте, дорогие зрители! И опять с вами новости со съемочных площадок Латинской Америки и США. Итак, стартовала новая новелла Телемундо «Дама и рабочий». Рейтингов пока нет, так что будем ждать, произвела ли эта история впечатление на зрителя. Надеемся, что Ресендес и Риос обойдутся без своих вечных ужимок и клише. На съемках «Мужа на прокат» довольно напряженная атмосфера. Венесуэльская модель и актриса Кристина Дикман отказывается сниматься в постельных сценах, отказывается целоваться и даже не позволяет к себе прикоснуться. С чего это такая скромность, съемочная группа не понимает. Ведь Кристина снимала для Playboy «В чем мать родила». Ее буквально заставили выйти на площадку, потому что без этих сцен невозможно было доснять первой серии сериала. Марлене Фавелла рассказала, что уже имеет новый проект на Телемундо. Съемки должны начаться до конца года. Очень интересно, что это за проект и кого Марлене предлагает в партнеры. Этот мужик должен быть сильным актером, иначе от Марлене толку мало. Иран Кастильо может перейти на Телемундо. Она должна закончить работу на Веневисьон и начать съемки в Майами. Ей дают дом, шофера и личного повара. Интересный вопрос. А это всем неудавшимся мексиканским актерам и актрисам такая лафа? Или у госпожи Кастильо какие-то особые заслуги? Эпименио Барра предлагает Арасели Арамбуле работу в будущих проектах студии Аргос и Телемундо. Ну что же, рейтинги Патроны остаются довольно высокими, хотя и прошли свой пик. Может, другие проекты будут более успешными. А может, Арасели прыгнул здесь выше собственной головы и лучше уже не сыграет. Кстати, в спектакле «Запах гордыни», где Лачули звездила еще недавно, новая мега-звезда. Марджери Да Соуса дебютировала в этой антрепризе и вызвала шквал аплодисментов и хвалебных рецензий. Интересно, как реагирует Арасели на то, что ее жених Себастьян Рулли так достоверно изображает любовь-морковь с Марджери. Ведь общеизвестный факт, что роман Арасели и Себа начались от этих вот невинных поцелуев на сцене. Каролина Техера отмочила очередной номер. Она начала съемки в венесуэльском фильме «Сын моего мужа», но потом резко передумала и отказалась от роли, потому что ей предложили сериал «Касита Линда». Нормально, да? А если еще чего предложат? Вопрос в том, что съемки фильма уже начались, и теперь режиссеру придется срочно искать Каролине замену. Знаменитая аргентинская телеведущая Сусана Хименес вернулась на телевидение, и одной из ее первых гостей стала Вероника Кастро, которая приехала в Аргентину с двумя целями. Первая – сделать операцию на глазах, а вторая – поучаствовать в программе своей старой подруги Сусаны Хименес. Веро говорит, что операция в крупнейшем офтальмологическом центре Буэнос-Айреса прошла успешно, и ее глаз видит гораздо лучше. Вместе с Веро приехал ее сын Кристиан, который рекламирует в Аргентине свой новый фильм. Сериал «Фарсантес» студии «Полка» затронул важную проблему современного мира – терпимость к гомосексуальным связям. Хулио Чавес и Бенхамин Викунья сыграли гомосексуальную пару, вызвав полемику среди критиков и зрителей. Некоторые, особо впечатлительные зрители, сразу же начали интересоваться ориентацией самих актеров. Лорена Рохас и Гай Экер предложили испаноязычным телеканалам трейлер новой новеллы «Макарена». Предполагается, что заинтересованные каналы должны купить права на это художественное произведение и дать деньги на съемки. Ну, может, кто и подаст. Кстати, куда подевалась новелла «Росарио» с теми же звездами экрана? Неужели Универсион не хочет показать зрителям свой шедевр? Что, все так плохо? Ну и напоследок Дженнифер Лопес. Она получила свою звезду на Аллее Славы в Голливуде и пополнила целую когорту латинских звезд, уже имеющих такую звезду. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрите нас. Пока!